Мое впечатление прошло, здесь много очень интересных изобретений. Просто по тем эффектам, которые нам были предъявлены, видно, что много интересных изобретений. И как изобретатель, ну, скажем, тут нет сомнения в том, что много интересного. Вот. Хотя, конечно, я вижу, что по эффектам, которые нам предъявлены, не все, ну, скажем так, я сам готов объяснить. Я многое не понимаю. Я думаю, что теперь вот многие коллеги, которые здесь были, для которых более близкие, чем мне, явления, они высказали готовность совместно исследовать. Сейчас же много говорят вообще о нанотехнологиях, нанотехнологии, вот это как-то можно использовать? По крайней мере, графены, как некая основа для многих, в общем, материалов, которые здесь применяются, несомненно, они относятся к нанотехнологии. Ну, вообще, поэтому, кроме Петрика, вот графена еще много делают на свете? Конечно, исследованиями. Я не говорю, а дело в том, что Виктор Иванович выходит, конечно, да. Так же, как и углеродные трубки и так далее. У него особенность его, что он просто производит большие количества, в этом его сила. Если это работает, ну, значит, надо применять. Ну, могут ли они заработать на пользу всем? Несомненно. Ну, по крайней мере, ряд фактов, ряд тестов, которые предъявлены, они уже делаются не на лабораторном столе, а делаются в значительно более широком масштабе.